Родственники, друзья и поклонники этих людей не поскупились на их достойные проводы. Правда, чтобы достойно почтить память некоторых из них, пришлось изрядно постараться. И да, само собой не обошлось без скандалов, но это уже совсем другая история. Тамара Миансарова. Главные хиты знаменитой певицы Тамары, скончавшейся на 87-м году жизни в 2017 году, нашли отражение в ее роскошном надгробии. Золотистую скульптуру венчает светило «Пусть всегда будет солнце», а внизу можно разглядеть фигуру кота «Черный кот». Стоимость монумента около 2,5 миллиона рублей. Татьяна Самойлова. В ночь после своего 80-го дня рождения она была госпитализирована с гипертонией и ишемической болезнью сердца. Ее не стало 4 мая 2014 года. Надгробие на могиле актрисы обошлось почти в 4 миллиона рублей, а трудился над ним великий Зураб Церетели. Притом делал это совершенно бесплатно. Все дело в том, что монумент на могиле актрисы появился не сразу. Более 4 лет место захоронения оставалось заброшенным. То ее брат никак не мог согласиться принимать предложенные проекты, то банально не хватало денег. В итоге на памятник собирали всем селом. Устраивали благотворительные показы, помогали коллеги и поклонники артистки. Жанна Фриске. Могилу скончавшейся в 2015 году Жанны украшает увитая цветами арка и бронзовая скульптура в полный рост. Само место захоронения певицы, по данным, украшено мрамором и гранитом. Сколько семья Фриске заплатила за всю эту конструкцию, неизвестно, но очевидно, немало. Алексей Баталов. Роскошный монумент стоимостью 3,5 миллиона рублей был установлен на могиле актера при содействии фонда Никиты Михалкова. Народный артист запечатлен в образе Бориса из знаменитой киноленты «Летят журавли». Фигуру окружают устремленные ввысь золотые птицы. Это отсылка к фильму и символ благородства и бессмертия. Вячеслав Тихонов. Надгробие – его настоящее произведение искусства. Фигура актера в полный рост и рельеф с 30 библейскими персонажами, отсылающими к картине «Поклонение волхов». Памятник был изготовлен в Италии и обошелся родственникам 5 миллионов рублей. На данный момент самый дорогой памятник актеру на Новодевичьем кладбище. Иосиф Кобзон нашел последний покой в иудейской части Востряковского кладбища, между могилой своей горячо любимой матери и тещи. Все три надгробия образовывают необычный и запоминающийся ансамбль, мимо которого невозможно пройти мимо. Веры Глаголевой не стало в 2017 году. Через 2 года после похорон на ее могиле наконец появился памятник. И это не гранитная плита, а огромная белоснежная беседка со стеклянным куполом, коваными фонарями и мощеной тропинкой. Разработкой памятника занималась сестра звезды, а оплатил ее муж Глаголевой, бизнесмен Кирилл Шубский. По некоторым данным, беседка обошлась ему в 12 миллионов рублей. Александр Барыкин, отец русского регги, ушел из жизни 26 марта 2011 года. Ему было всего 59 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт, который приключился с музыкантом во время гастролей в Оренбурге. Памятник стоимостью более 3 миллионов рублей сделал скульптор Валерий Белях. Гранитный музыкант, будто уходящий от зрителя, прижимает одну руку к груди, в другой держит гитару. Снизу надпись «Я снова с музыкой своей». Известно, что часть средств на монумент выделила Алла Пугачева, бывшая близкой подругой и коллегой усопшего по ВИА «Веселые ребята». Решение поставить именно такой памятник принял сын Барыкина от первого брака Георгий. Работы велись долго. Монумент вырезали вручную из цельного камня. Часть денег на его возведение также дал мэр Новокубышевска Андрей Коновалов, который долгие годы дружил с певцом. Иногда стремление почтить память дорогого человека выходит за рамки разумного. Поклонники звезд уверены, усопшему все равно, как украшена его могила, а деньги можно было потратить на благое дело.